Всем привет, дамы и господа, с вами Ворончик, вы попали на мой очередной ролик. Сегодня у нас проверка слота под названием Клеокатра. Перед началом хочу попросить от вас поставить лайк, досмотреть видос до конца, подписаться на мой YouTube и написать комментарий. Буду безумно благодарен, можете заказать какой-то слотик с прагматом. Сейчас хочу чисто сделать проверку по прагматовским слотам. Сделал уже, соответственно, Шоу-Гараж новый, Олимпус, только на другом своем YouTube-канале. Вот, ну и сегодня у нас пришло время проверить Клеокатру. Также, смотрите, я добавил на экран такие плашечки. Напишите, оставлять их или нет, чтобы удобно было вам найти мою телегу. Либо по QR-коду, либо по названию Азарт Эворон. Ну и, соответственно, напишите, как лучше, чтобы я снимал видосы прям вот на видосике, я был так по центру. Либо же просто-напросто я был, получается, ну, в рамке. Вот, ну, как я там раньше делал видосики. Так, окей, давайте, делал спин на удачу. Не выпала бонуска? Не, не выпала. У меня просто бывает здесь с первого спина бонуска падает. Хочу сегодня поймать 6 лап. Вчера на своем стримчике я словил 6 лап в Докхаусе. Сейчас, кстати, можем поймать как минимум хотя бы 4. Не, не будет 4-й, походу, да? Не, не будет. Но я ловил там, не знаю, пару раз в Клеокатре 4 лапы ловил. Вот. Ой, 6 лап. А каких 6? Тут максимум 5 лап. 6 лап. Ловил только вчера в Докхаусе. Это первый раз за всю жизнь. А, причем бонуска дала, ну я не скажу сколько, видос скоро выйдет. Увидите, сколько она дала. Это был на стримах вчера, тот знает. Так, первая у нас за 48 рублей, короче, за 4800. Вот, закинул 35 тысяч для того, чтобы заснять видос. Вчера хорошо занесли, позавчера тоже хорошо занесли. Ну, то есть, как бы, как хорошо занесли? По 30-ке были выводы. То есть, нормально, это как раз-таки для каждого видоса можно будет сделать депчик и что-то заснять. Нам надо сейчас ретришку. Ретришка здесь ловится символом на 4 ряда. То есть, типа, если на начало падает какой-то, типа, топ-символ. Ну, короче, такая вот нулевая первая бонуска. Не фартануло, к сожалению. Кстати, вчера Клеокатра очень много троек мне наставила. То есть у меня вот тут вот вообще тройки были. Ну, короче, реально Клеокатра вчера мне сыпала. Окей, давайте увеличивать. Кстати, я посмотрел на Ютубе, некоторые ребята, типа, называют эту рубрику олыном. То есть они по итогу в конце покупают бонуску за все деньги. То есть все деньги, которые у них получились за все бонуски, в конце вот они олыном берут, самую дорогую. Называть ли эту рубрику олыном, я не знаю. Ну, название, наверное, буду дописывать. Мало ли кто-то ищет видосы с таким названием. Так, ну... Ну ладно, подожди. Окей, кинь сюда куда-то. Либо сюда, либо сюда. Так, ладно. То есть линия, в принципе, вот так вот будет играть. Теперь главное, чтобы какие-то символы ставила. Хорошие. О, кстати, неплохо ставит. Вот реально неплохо ставит. В плане иксы прям... Очень круто. В крутые места ставит. Но теперь нам надо ретрига. При спина это очень мало. Блин. Вот сюда бы его. Чуть ниже. Было бы вообще капец как классно. Нам надо ретрига. Символы такие. Короче, максимум сейчас будет окуп. Ретриги нет. Обидно. Ну да. И даже не окуп на 500 рублей. Капец просто. Клеокатра. Ну как так? Как так? Так, ладно, давайте берем тогда за 6400. Полетели. Оу, 4 лапы, хорош, сюда 4 лапы. Вот это я подсек неплохо. Так, это у нас 12 спинов. Вот это, кстати, офигенно. То есть в обычной у нас 8, здесь 12. В 5, по-моему, 16. Он в 5, 16. Блин, а я ловил 5? Блин, по-моему, ловил 5. Я говорил, не ловил. Я не помню, по-моему, как будто бы я ловил. Когда-то 16 спинов у меня было в Клеокатре. А, или это просто ретригами в слоте ловил. Походу, ретригами в слоте ловил. Ну, уже самые бонуски. Так, ну, пока что бонуска ничем не отличается от обычной. Первые 4 спина были фулл пустые, вилды кинула, ну, пока без толку. Кстати, вот это поинтересней. Так, короли играют. Ну, это немного. Сюда, кинь вилд. Кинь вилд. То есть, получается, будет вот такой вот, вот такая вот линия играть. Если кинет сюда вилд. Кинь его вниз. Так, это биквинчик. Ну, блин, символы, конечно, не вау, но 2300 как бы имеется. Кинь сюда вилдик, вниз. Ай. Так, вот это, кстати, уже поляна начала играть. Верхнюю линию закрыла. Ну, этих фиолетовых, синеньких, хотел сказать. Фиолетовых котов. 5800, дамы и джентльмены. Десяточка у нас на подходе, отлично. Еще бы ретришку, ай бы была бы красота. Ай бы была бы красота-липота. Так, ну это поменьше, это 3600.
Слушай, офигенно, кстати, бонуска получается. Ретриго может быть. Ну ладно. Хорошая поляна играет. Еще один спин будет иметься. 2500 где-то, да? Для 400. Угу. 16 тысяч есть. Ретриги нет, десятки. Окей. Десятки, в принципе, играют. Неплохо тоже в районе такой же суммы. 18 с половиной тысяч у нас, пацаны, дала бонуска. Почти x300. Почти x300. Вот это, кстати, очень даже неплохо. Начали мы с 35 этот видос, а нас уже 41 800. Берем дальше бонуски. Подсек. 3. Причем в прошлый же было у нас 4 лапы. То есть 4 лапы как бы, ну, дали пока лучше всего. Пока что 4 лапы дали лучше всего. Так. x3. Пока первые спины пустые. Ой-ой-ой. Ну это сколько? 1800. Не так много на самом деле. Ну повезло вообще, что сыграли. Блин, капец. Стройки в конец ставят, а линии никаких не закрывают. Спин пустой. Этот спин пустой. Этот спин, ну, единственный, который сыграл. 1700. 50% вернул, по сути. Ой-ой-ой. Извиняюсь за звук. Единственный, по сути, который сыграл. Давайте берем, ребят, за 9000 бонуску. Я надеюсь, вы все поставили лайки, потому что, ну, видосы зачастую очень дорого снимать. Вот реально. Блин, может быть еще лапу? По такой ставке там может быть до хера. Блин. Три лапки. Ладно, на самом деле закрутик было. Я уже подумал в момент, сейчас четвертую докинет. Ставь вилды, броу. Не стесняйся. Еще ни одной ретришки не было у нас. Ретрига здесь это два спина. То есть ставит какой-то символ топ сюда. То есть я так понимаю, именно конкретно на котах, поняли? То есть обычно символы не дают ретригу. Я ни разу не ловил здесь фул там поляну десяток или королей. Поэтому не знаю, может быть и дают. Но коты типа вот 4 кота падает и соответственно это плюс 2 спина. Блин, ни одного вилда. Ты сейчас прикалываешься. 5x, блин, бонуска. За 9600. За 4 лапы, пожалуйста. Так, третья имеется. Четвертая. Ай. На вид 4 лапы. Это было бы классно. По такой ставке тем более. Мы поймали по 6400. Тут уже 50% больше дало бы. Чисто теоретически нам бы дали 27 тысяч. Вот эти вот бонуски, если бы сейчас на 4 лапки залетело. Просто прошлое дала 18, то есть сейчас, грубо говоря, на 50% больше. Ну, потому что бонус как раз почти на 50 и стоит процентов больше. Так. На самом деле, вот, типа, кажется, сейчас спин будет незаносной. Ну, бонуска. Но она может быть просто в момент поменяться. Может прям сразу 5 вилдов кинуть и ретригу поставить. Здесь реально вот в одно движение, в один спин может все поменяться. Ну, к сожалению, не сейчас. Так, бонуска за 9600 у нас оказалась пустой. Берем за 11 тысяч, ребята. За 11 тысяч бонуску. Ставь, пожалуйста. Ну, третью сейчас кинет. А вот четвертую кинь, пожалуйста. Блин, три лапки. Если это даст вообще мало денег, то типа нам придется брать такую же самую вторую. Так, первый вилд имеется. Сюда тройку. Это надо x3, броу. Блин, ниже поставил, ну ладно, что-то играет. За 3 поставил. Как будто бы, может быть, сейчас хороший у нас заносик. Вот тут намекает, как будто будет сейчас ретрига. Вот у меня такое ощущение, как будто бы сейчас будет ретрига. Вот он кинул 2 трехи. Ретриги не будет, да? А я уже в надеждах, знаете, типа... Не, все. И нет. Это 2000. Ну, еще одну такую берем. Там, кстати, мне, по-моему... А, не, хватит. За 12 тысяч мне хватит на бонуску. Один спин сделал. А, 12800 бонуска. Ладно, давайте возьмем за 11200. Давайте за 11200. Кинь лапку. Сразу лапку. Надо 4, броу. Ну, все, забейте. Эх, жалко. Да. Жалко.
Для карточка по маленьким ставкам хорошо играет, по большим ставкам, ну что-то вообще. Слишком как будто бы мертвые. Вот, ну не знаю. РТПшка слабая по хорошим ставкам. Причем ни одной ретриги не было. 5x3 в угол кинула. Ни одной ретриги не было. Ну, поставь, типа, я не знаю, куда-то сюда вилдик. Хотя, а смысл? Блин. Линия играет, но ретриги-то нет. Ретриги-то нет, надо было еще один. 6000 за спин, нихера себе. Причем это вилдов, но не скажу, что прям очень много. Это топ-символ. Там, правда, было, получается, 4 кота. Здесь, получается, 2 кота. Не, это побольше, по идее, будет, потому что вилд, кстати, же тут поставила. Нет, столько же. Столько же почти. Слушай, ну ладно. Бонуска дала 15. Даже 18 дала. Неплохо. Можем теперь как бы поярче взять. Тут чисто засейвило, так можно сказать. Так, а за сколько у нас там бонуска идет? 15500, 18, 22. Ну ладно, давай сделаем вот так вот. Смотри. Я сейчас сделаю спинов немного. Ой, у меня клавиша отпала. На клавиатуре клавиша отпала. Может, даст? Не, не даст. Один спин. Все, берем за 18 тысяч. Ребят, я надеюсь, вы меня поддержали. Потому что контент, ну, реально очень сильно затратный. Очень сильно затратный. Поставьте лайк. Пишите коммент, подпишитесь на мою телегу. Так, пожалуйста, сразу третью. Третью. Так, и четвертую. Не, ну по этой ставке четвертую поставить, это было бы слишком крейзи. Слишком бы крейзи было бы. Да, это можно было бы за носик поймать очень солидольненький. Так, пожалуйста, не подведи. X300 по этой ставке было бы вообще very good. X300 по этой ставке было бы очень-очень топово. Ставит вилды хер пойми куда. X2. Вилд на вилд. Риги не будет, вилда тоже не будет. Все, ребята. Такая вот бонуска получилась у нас сегодня. 2000. X11. Спасибо. Ладно, давайте по 200 рублей сделаем спины. Мало ли, сейчас в конце повезет и поймаем бонуску. Все, друзья, вот такой видос получился. Здесь вы оцените его лайком. Жду не дождусь, когда у нас будет хотя бы один заносной видосик. Где мы занесем, поймаем X1000 и будем все довольны и радостны. С вами был Эбурон. Всем удачи, всем пока.